правильно, ульта. И ульта — это твоя суперспособность в играх. Это из гейминга название, когда ты в Mortal Kombat нажимаешь определенное сочетание клавиш и активируешь свою ульту. Преподавание разблокирует на самом деле твои суперспособности. Преподаватель — это почетная роль, и уже более 600 сотрудников компании попробовали себя в этой роли. Начиная рассказывать о том, что ты делаешь, начиная передавать свой опыт, ты его шлифуешь и становишься сам сильнее. Поэтому ульта — и это суперспособности. И школа ульта помогает эти суперспособности раскрыть. Есть подход, так, peer-to-peer подход, да, когда разработчик учит разработчика, условно. Такой передача знания внутри от эксперта к эксперту. Почему это важно, на твой взгляд? Почему хочешь это усиливать, развивать? И хочешь ли? И каким способом? В IT-мире вообще принято делиться экспертизой. Есть известный подход Googler плюс один, что в компании Google у каждого сотрудника есть кто-то на попечении в течение всего срока работы. Есть много практик, когда сотрудники учат сотрудников. Мы, как команда обучения, мы нацелены предоставлять нашим сотрудникам самые современные и качественные продукты, на которых они могут развиваться. Поэтому мы делаем ставку на, как мы это назвали, самообучающиеся команды. У нас есть опция после образовательного проекта брать к себе в компанию на работу. То есть ты можешь таким образом себе команду увеличить. Это классная возможность, это невероятная ценность для бизнеса. Ну и, конечно, это личностное развитие, личный бренд. Давай начнем с того, что если ты думаешь, что у нас только IT-направление, то... Ты ошибаешься. Да. Наши образовательные курсы сфокусированы в основном на IT-блоке, но и есть направления, связанные с диджитал-профессиями, такие как маркетинг, пиар, внутренние коммуникации, проектное управление, продуктовый менеджмент. Может прийти любой сотрудник, совершенно неважно, вы специалист, вы тимлид, вы руководитель или вы директор, если у вас есть желание и стремление делиться вашими знаниями, если вы готовы инвестировать в это, то мы для вас подберем соответствующий трек в зависимости от времени, которым вы располагаете. 10 лет назад, когда мы начинали, это еще было в новинку. Это было непривычно для аудитории, чтобы бизнес выходил к студенту и рассказывал что-то. А сейчас уже много конкурентов, кто запускает образовательные проекты, поэтому студента надо удивить, очаровать. Очень важна подготовка. Мы пытались решить все наши запросы на техническое обучение внешним рынком, но найти курсы, подходящие под наш уровень развития, в общем, технической экспертизы, очень сложно. Поэтому мы верим в том, что наши ребята самые талантливые, самые толковые. Мы отбираем с рынка действительно лучших, и вот это знание, оно и должно внутри компании культивироваться. И для того, чтобы они могли делать это качественно и могли делать это в удовольствие, мы запустили школу, в которой мы будем учить, как это делать, и будем помогать делать такие программы обучения. Наши преподаватели учатся опытным путем, поэтому для нас очень важно систематизировать это, и важно настроить передачу знаний. Сами сотрудники учат друг друга, передают свою экспертизу, становятся менторами, наставниками или преподавателями. Преподаватель — человек, который либо проводит курс вживую, так называемый синхронный, либо записывает некий учебный продукт, так называемый асинхронный курс. И мы поможем с методологами сделать из этого продукт. Вторая роль — это ментор. Ментор — это человек, который помогает расти в профессии, помогает вырасти, например, там, с медла до синьора. И третья роль — это наставники. Наставники будут у нас работать в программах обучения и помогать учащимся на этих программах осваивать навыки, помогать им делать домашние задания, проверять то, что они сдают. Мы обучили более 20 тысяч студентов, познакомили с IT-отраслью несколько миллионов школьников. У нас ежегодно запускается более 100 курсов, где ты можешь попробовать себя в роли преподавателя. У нас есть с Аней такая мечта сделать некий стандарт ВК, как мы преподаем. И это общая комьюнити, которая перетекает и делится знаниями. Мы не делим здесь между собой и хотим вместе, соответственно, в школе формировать новый такой стиль преподавания. Я поделюсь своей экспертизой, ты своей, и в итоге у нас будет мощный проект. Мощнейший. Мощнейший. Мощнейший.